Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98FM. Привіт усім, хто разом з нами на Ютуб каналі Київ 98FM. Я не втомлююся повторювати пальчики вгору за наші відео. Ви щоразу ставите, коли на них дивитеся. І власне, якщо ви ще не підписані на YouTube канал Київ 98FM, сьогодні. Найкращий час це зробити? Звати мене Світлана Василенко. Весна, весні, дорогу. Чоловіки у нас на роботі починають жартувати, що жінки вже скоро почнуть роздягатися. А чи всім жінкам? Хочеться роздягатися у цей період, зважаючи спочатку на карантинні обмеження, потім на зимові свята до цієї компанії дуже часто я все частіше до речі чую і чоловічі голоси, які кажуть, що вони набрали і тепер не знають, що з цим робити. Тому саме з цієї нагоди у мене в ефірі сьогодні Марія Федоренко, консультантка зі здорового харчування. Привіт, привіт, привіт. 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 Власне, сьогодні тема у нас озвучена: що з'їсти, щоб схуднути, або що з'їсти, щоб не набрати і залишитися у формі. Я хочу спочати з такого модного словосполучення, як здорове харчування, або правильне питання, ПП «ЗОЖ», усі ці хештеги, які просто рясніють інстаграми, тіктоки і фейсбуки. Здорове харчування це що? Uh, ну, в первую очередь всех. Добрый вечер, да. Uh, здоровое питание на самом деле это питание, которое помогает нашему телу быть здоровым. Все очень просто. Абсолютно а, логично. Да. Есть ПП, многие за ПП принимают какие-то диеты, какие-то рационы, которые там призваны худеть. На самом деле здоровое питание — это повседневный рацион, который не вредит здоровью, помогает оставаться здоровым, да, бодрым, красивым и прочее. Сюда совершенно не входят никакие системы похудения. Здоровым питанием нельзя назвать фитнес-питание, да, питание, которое, которое пропагандируют там в спортзалах, да, то есть, да, это питание лучше, чем есть все подряд, например, но здоровья там тоже не очень мало, но ну, я имею в виду прям спортивное-спортивное питание, то есть это особенное питание для людей, которые живут в каком-то особенном режиме. А, все должно быть в балансе на самом деле. Я за такой баланс 80-20 я всем об этом говорю, то есть 20-20 процентов -20 все равно жизнь у нас остается на ЭГГ, да, то есть на какие-то дни рождения, на праздники, на социализацию и даже это не только про про калории, не только про энергию. Еда, это про очень про много: про традиции, про социальную жизнь, про встречи. Кто-то выходит, что раз на тыждень можно влаштовать себе читмил. Читмил, опять. <laughs> читмил, вот, мы называем бросаемся терминами, которые не понимаем, что они значат. И читмил, рефиды. Это все очень имеют четкие четкие определения, да, это спортивное питание, то есть это не просто читмил, это не просто когда вы едите все, что хотите. Ну так как пропонуют эти фитоняшки у Да, ну, вы можете себе что-то позволить, да. Но э, да, ну хорошо будем назвать это читмилом. Это на самом деле э, просто, когда мы позволяем себе съесть что-то вкусненькое, вот и все. Когда это приносит нам удовольствие, когда это иногда, да, когда это каждый день, ну как бы уже становится нормой жизни, и мы даже не замечаем момент, когда это перестает приносить нам удовольствие. Просто мы мы без этого не можем уже. Это как в ноль выйти, да, конфету съесть. Вот. Другое дело, когда мы конфету едим раз в неделю, и мы выбираем самую вкусную, самую хорошую, и мы кайфуем от нее, да, и мы... А еще и гроши экономим, потому что цукерки ныне не дешевое правда, задоволение. правда, да, это правда. Очень... Экономия хорошая, но можно эти деньги сложить и пойти в кафе в воскресенье и съесть, я не знаю, какой-нибудь пирожное. До вот от до того, яким должен бути рацион? Людина, яка хочет залишатися або бути здоровою. Що обов'язково має бути у тарілці? Uh, uh, Во-первых, здоровый рацион – это рацион максимум, приближенный так к природной, к естественной среде обитания нашей. Uh, вот предположим, я всегда говорю своим там, слушателям, своим читателям, представьте, что вас вывезли в лес и там оставили. Вот что вы будете есть? без магазинов, без производства, вот в принципе это и есть здоровое питание, то есть основа рациона составляет растительная растительная пища овощи, фрукты всякие корешки, листочки, я не знаю кора деревьев ну как как угодно да потом у нас идет мясо, рыба если поймали, если наловили яйца если вырастили кого-то да добыли грубо говоря то есть это мы едим обязательно жиры да полезные, хорошие жиры жиров не стоит бояться, как все их демонизируют и говорят, что жиры плохо, жиры надо ограничить. Плохие жиры надо ограничивать, а хорошие они нам только в помощь, они помогают нам оставаться здоровыми, влияют на гормоны, на красоту. Да? Хорошие жиры, это что? Это растительные жиры хорошего качества, ну там я не знаю, орехи, семечки, хорошее масло растительное. Жиры жиры животные тоже нам нужны, да, масло сливочное, опять же жир есть в мясе, в молочке в рыбе, да. То есть все без фанатизма. Опять же, возвращаясь к определению здорового питания, первое правило здорового питания ⁇ разнообразие. Чем больше наименований продуктов. Ну, правильных продуктов в вашем рационе, тем здоровее вы, тем больше у вас шанса восполнить все дефициты, тем больше возможности, что вы получите э, все полезные компоненты и минимизируете риск. Да, если там все-таки есть что-то ну, вредное, какие-то токсины, какие-то яды, ну, все же не идеально. Да, в рыбе там тяжелые металлы, в растительности могут быть какие-то тоже там пестициды, нитраты, ну, все, чего мы боимся. Вот поэтому разнообразие, еда должна быть разнообразная и минимум обработанная. От. От тут я перейду ще до одного міфу, який існує про те, що каші від них повніють uh, ні, від, 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 від углеводів. даже не так, не от углеводов, а от избытка углеводов в рационе, да? то есть если вы едите кашу три раза в день и не тратите эту энергию, то, скорее всего, да, вы будете набирать вес. Если вы едите каши хорошего, хорошие качества, цельнозерновые, те, которые варятся, те, которые не быстрого приготовления, если вы едите их с овощами, да, то есть нормальным количеством овощей, то малый шанс, а потом еще двигаетесь, то маленький шанс, что вы наберете какой-то лишний вес. во-первых, вообще, в принципе, о здоровом питании мы все равно не можем говорить в отрыве от всего остального. Да? Это все диета, диетология, это, это комплекс. Я, я считаю, даже ух, у, нас больше проблем с гиподинамией, да, с тем, что мы мало двигаемся, чем с тем, что мы много едим. Ну, это тоже проблема. Вот, поэтому от каш поправиться можно, если их очень много есть. Яка твоя улюблена каша? От яка найкраща для тих, хто хоче тримати себе в формі, почуватися добре? Тому що для декого це останні кілька років стало відкриттям. що... В залежності від того, що ви їсте, коли ви закінчуєте жувати перед сном, залежить те, наскільки добре ви будете почуватися вранці, коли прокинетеся. Так отже, яка каша ну, оптимальна, як то кажуть, та да, на самом ділі будь-яка каша, которая, которая проходить мінімум обробки. То якщо це овсянка, вона має варитися. Если это гречка, она должна вариться, а не заливаться, да, кипят... ну, кипятком можно, там она все равно сварится. А, перловка даже уже нынче не та, она уже не варится 2 часа, варится 20 минут, то есть это значит, она уже прошла какую-то обработку. А, если говорить о моей любимой каше, лично моей, я люблю овсянку и только одного производителя, то есть она мне вкусная. Вот, на самом деле я каш ем немного, действительно, то есть, ну, периодически, время от времени, у меня они просто не помещаются в мой рацион. Вот, а по поводу поводу того, что в зависимости от того, чем, что мы поужинали, что мы едим, да, как мы спим, как мы себя чувствуем, это правда. Более того, в зависимости от того, что мы позавтракали, это определяет вообще наш весь день, настроение, и как мы будем есть, как мы будем себя чувствовать, и как мы будем выглядеть, сто процентов, это все влияет в комплексе очень сильно. То есть, снеданок – найголовнейший прием ежи? Я бы сказала, что да, и готова спорить просто до, до умирания, потому что многие говорят, ну не могу я завтра ну вот не могу. На самом деле вот в природе есть и такой образ, как э, воины, да. Они вставали, шли, шли, шли целый день, потом у них привал вечером и они ели. По дороге там яблочко, если повезет. То есть это такой э, образ питания воина. Но в нашей современной жизни он не очень приемлем, потому что мы очень мало двигаемся, потому мы ни с кем не воюем, мы не таскаем на себе доспехи, да, и шубы там и прочее. Вот, поэтому все-таки завтрак, да, он определяющий. Есть миллион исследований, которые говорят о том, что вы съели завтра, ну, на завтрак, так вы будете есть и в течение дня. Так часто, и настолько вы будете голодными, как у вас будут перепады настроения, сколько у вас будет энергии много. Поэтому, да, завтрак я считаю главным. Есть промежуток часу, когда варто поснідати. Ну, говорят, говорят, это тоже такой спорный вопрос, да, я вообще, знаете, всем говорю, никого не слушайте и никому не верьте, даже мне, потому что, ну, очень много всего, сейчас много исследований новых, все время что-то новое говорят. Вот, ну, оптимально, если по физиологии, то, наверное, в течение часа надо покушать, потому что вы встали, вам нужно организму дать те самые э, кирпичики, да, за счет которых он будет э, работать, э, все системы должны э, активизироваться, возбудиться, и мы... Мы идем завоевывать мир, да? Вот, потому что если не есть, многие, я знаю, есть люди, которые, ну, не могут они есть с утром. Ну, и что они только не делают. Значит, надо легко позавтракать, вот что-то легенькое, не напрягать себя. Вот, но скорее всего это вопрос привычки, это дело привычки, и мы так привыкаем, и потом нам очень сложно. Себя Перелаштуватися. Mm -hmm. Останься несколько роки. Видел такой миф, что нам не варто в взрослом виде вживать лактозу. Міф це чи правда, чи це залежить від конкретної людини? А, так, конечно. У нас з часом, дійсно, чим ми старше становимося, тим менше лактази у нас виробляється, Фермента, да, перерабатывают лактозу. Но это совершенно у всех происходит по-разному. У кого-то действительно нас сходит практически на нет. У кого-то что-то вырабатывается, только зависит от количества молочки, которую мы едим. Другой вопрос, что мы действительно стали есть очень много молочных продуктов. Очень, потому что у нас появились холодильники, потому что у нас появились технологии, которые перерабатывают молоко и молочный белок, и молочный жир, да, и расщепляют лактозу, все что угодно. Поэтому действительно молока мы едим много. Но если вы нормально переносите молоко, если у вас нет сдутия, если у вас нет высыпаний на лице, если у вас нет, или на спине, да, если у вас нет неприятных ощущений, горечи во рту, то, скорее всего, молочка окей для вас, ешьте, ради бога, это как бы тут, это вообще генетически определяется на самом деле, то есть это вообще в предкам уходит, можем мы эту лактозу, лактазу вырабатывать или не можем, то есть тут надо очень все индивидуально, мы все разные. Еще одна фишка, еще одна мода, это фри». Без глютена мы начинаем покупать продукты. Опять же, то есть есть реальные реакции, действительно реакции организма на глютен, да, есть заболевания генетические, но это мы не берем, там вообще крайний. Есть непереносимость, да? есть какие-то аллергические реакции, поэтому только по себе смотрим. Опять же, это может проявляться как в виде вздутий как в тяжести да, в кишечнике в желудке это может быть высыпание на лице да ну, вообще все что высыпание все что кожа это кишечник это может быть бессонница головные боли все что угодно да поэтому да есть люди которые не могут но не все опять же то есть есть люди которые абсолютно нормально переносят глютен и ешьте ради бога опять же приемлемых количеств Якось я чула один майстер-клас одного дієтолога, який сказав, що той шматок хліба, який ви кладете собі до рота, перетворюється на цукор. Наскільки це правда, і чи можна їсти хліб? Ну, на сам ділян углевод, углівода привращається в глюкозу, там ну в какой то вид сахара, і uh, хліб в тому числі. И опять же, вот мы придумываем что угодно, лишь бы мы меньше есть, да? То есть, у нас человечество сейчас на что работает? Как нам, с одной стороны, накормить нас подешевле, а другие работают над тем, как бы. Нас, чтобы мы меньше ели, и начинают придумывать без лактозную, без огурцы отдельно от помидоров, воду отдельно от супа, ну вот и вот это вот все, да? любые способы, лишь бы мы меньше ели. Кусок хлеба действительно превращается в глюкозу, ну, в, ну, грубо в сахар, да, но это не значит, что мы не можем его есть. Если вы знаете, что у вас там тренировка, если вы активный, активный человек, да, если у вас активный образ жизни, если вы знаете, что вы потратите этот кусок хлеба, можно съесть. Другое дело – качество хлеба. Опять же, это говорит о качестве продуктов. Белый хлеб, да, там пользы практически нет. То есть там ни витаминов, ни минералов, которые должны быть в хлебе. Какой хлеб выбрать? Якщо желательно, что такое... чтобы это был хлеб с цельного зерна, да, то есть не с белой муки, с цельного зерна, чтобы там был самый маленький состав, вот самый короткий. Что такое хлеб? Вот раньше... Это идеально домашняя хлебопичка. О, это идеально, да. Но не у всех есть времени, возможность и желание это делать, да другое дело, что есть такой миф, ну это, это с нашего не знаю, детства, не знаю откуда это, что без хлеба вроде как и не поел, да, и обязательно ешьте хлеб. Ну особенно это, с макаронами ему не подобаём. Да, с пельменями, израильная картошка тоже хлеб. Вот, но на самом деле хлеб это не продукт первой необходимости, его можно не есть, если его не хочется, как и супы, например, да, не обязательно, если вы их не любите. На самом деле любой продукт есть не обязательно, если его не любите, а то вот модно авокадо, и я буду им давиться, хотя он мне не нравится, нет, ну это они как бы есть заменители, есть другая еда. Разнообразие должно быть. А хлеб цельное зерно желательно. Меньше, там не было сахара, чтобы там не было крахмала, чтобы всяких добавок. Да? Вода, мука. Э, что там? Вода, мука, солод, хмель, что добавляют там? До речи, что до воды. Угу. Я разные исследования бачила. Кто-то треба что тільки, пить только, когда тебе хочется, кто-то скажет по 30 мл на килограмм своей ваги. кто-то мінімум два минимум 2,5 литра. Де правда? Правда где-то там. <laughs> uh, ну вот, я бы сказала, что действительно пить надо по жажде, но другое дело, что мы не приучены пить, да, у нас нет такой культуры. И поэтому наш организм привыкает функционировать без воды. Он удерживает воду, то есть мы отекаем, он не отдает ничего. Мы там, извините, в туалет ходим раз в день, да, потому что воды нету просто. А, вот, но воду пить надо. Я два с половиной литра, это, конечно, чересчур. В а, литр полтора. Сюда не входят компоты, чай, кава? Да, нет, Молоко. почему же входят? это все равно жидкость. Другое дело, что не надо много компотов, чая и кавы пить. Да? Тут, тут другой вопрос: лучше заменять какое-то количество водой чистой водой. Но я вам скажу так, что 90% людей, которые начинают пить воду, потому что им говорят, они все говорят, что да, действительно лучше себя чувствуют да, действительно лицо стало лучше, да, действительно э, кишечник работает лучше, потому что вода, она все-таки у нее есть функции, мы, ну, мы все из воды состоим, грубо говоря, да, и если вы не пьете воду, организм будет сдерживать ее, брать откуда угодно. Поэтому лучше пить, чтобы был вот этот вот... Опять же, лимфа, да, для нее тоже вода нужна. Поэтому воду мы пьем, обязательно чистую воду. Единственное, что не надо себя насиловать, да, и там 3 литра вы я слышала, там 4 литра, но этого можно, я не знаю, лопнуть, наверное. Я бы хотела, чтобы сейчас мы поговорили про вековое Переживання процесу набору ваги, як то кажуть. Я пам'ятаю, до 35 років я взагалі не думала, як його контролювати, об'єм того, що я з'їла. Є багато продуктів, які я не вживаю взагалі, тому що не люблю і які там, вважаються шкідливими. Але раніше якось було простіше. Зараз треба додавати більше тренувань і, як то кажуть, не жерти після 20-ї, коли я приїжджаю з роботи. Власне, є якісь особливості і поради для людей засобів. 40, за 50. Говоришь, говоришь, потом соберется народ и сожжет тебя, как, как, видимо, что как можно не любить вредную пищу. Я <laughs> все любят есть отличия, конечно, вообще не работает в 30 то, что работало в 20, это мы все знаем, и по бессонным ночам, если вдруг, да, не случаются, как потом на пары шли в 20, а в 30, может, так не можем, да, в 35 тоже уже посложнее, после 40 вообще все процессы начинают замедляться, да, это вообще связано с, мн с многими и физиологическими, и с образа жизни, когда мне говорят, что вот, у нас после 40 начинают трофироваться мышцы, атрофироваться нехорошое слово, да, но хуже усваивается белок, правда, у женщин начинаются гормональные процессы, правда, но еще и мы двигаться после 40 меньше начинаем, дети вырастают, да, мы уже... Станов... Мы стоим или не вешаем? Станов... Нам не надо никуда бежать, мы больше времени тратим, ну, так вальяжненько ходим, да, поесть не забываем, как тогда, когда дети маленькие, да, это еще и с этим связано, но действительно, после 40 лет есть нужно меньше однозначно меньше, даже если вы активный образ жизни, потому что усваивается все по-другому, потому что замедляются обменные процессы, потому что гормоны, ну, никто не отменял гормоны, да, особенно у женщин, да и у мужчин тоже это начинает падать и тоже живот начинает расти. Тут как бы про всех. Поэтому, да, есть меньше, двигаться больше. И чем вы старше становитесь, тем меньше надо есть и больше двигаться, тем дольше мы проживем. Я могу с тобой на эту тему говорить очень долго и что до этой студии ты приедешь еще неодноразово. Сколько... Калории треба вживати в день. И чи варто рахувати те же калорії? калории? Я, я против любого стресса. Считать калории это стресс. Это дисциплина это постоянное напряжение, и это постоянные нервы, как и взвешиваться каждый день, это не очень хорошая идея. Поэтому калории считать нету необходимости, э, нормы калорий нету, потому что мы все разные, у нас разные, ну, много факторов, да. Э, есть нужно максимум натуральную еду, минимум обработанную. Вы не, не наберете много калорий из овощей, даже из винегрета, боже, упаси, и вареного буряка, который все фитнес-тренера запрещают есть. Ну, нет, я не знаю никого, кто бы поправился от винегрета. Нет таких. Вот. Поэтому, если вы едите более-менее правильно: да, какую-то более натуральную еду, цельную еду, не обработанную, ни белых булок, ни сахара, ни, ни сладкого, то не надо считать калории. А, еще не надо есть часто вот что. То есть каждые 2 часа... Годины... <реклево> нет, 3 раза в день достаточно, а некоторым и 2 раза достаточно, лишь бы в эти 2 раза съедать всю свою норму там, к... белков, углеводов, жиров. Нормальные 2 прямо пищи или нормальные 3 приема. После 18 ему? Uh, да, если вы ложитесь в 11, чего тоже не надо делать, надо в 10 хотя бы, uh, ему оно очень легко, а лучше нет. Я дякую, Марія Федоренко, консультант зі здорового харчування. Сьогодні у Київ інтерактів. Ви ж залишаєтеся з нами на Київ дев'яносто вісімафам. Нагадаю, що Київ інтерактів з вами щобудня о 21.30. Звати мене Світлана Василенко. Ми почуємося і побачимося. Пальчики вгору. Ми пам'ятаємо про це. Лайкайте, будь ласка, Київ інтерактив зі Світланою Василенко.